заповедными рощами, лугами, озерами знаменитые окрестности уральского города Красноуфимска. Недавно ему исполнилось 250 лет. Город гордится своими земляками. Одному из них, прославленному архитектору Щусеву, на здании вокзала, построенного по его проекту, была открыта мемориальная доска. Сегодня Красноуфимск – центр развитого сельскохозяйственного района. Здесь создана крепкая материальная база зернового производства. Из года в год в хозяйствах района растут урожаи. Орденами и медалями отмечен трудовой вклад многих красноуфимцев, победителей социалистического соревнования 12-й пятилетки. А город награжден орденом «Знак почета».